Приветствую, друзья! Что ж, после того, как вы открыли по ссылочке под этим видео счет на Binance, конечно же, его нужно пополнить. Пополнить можно всякими разными способами. Очень много предлагает сама биржа. И есть сторонние варианты. Те, которые предлагает биржа, я сегодня рассматривать не буду. По одной простой причине, потому что практически все они требуют дополнительной аутентификации. То есть спалите свои данные паспорта, засуньте свое лицо и так далее. Я не любитель оставлять где-то свои данные, поэтому я использую сторонние методы пополнения. Ну не знаю, если вам это все равно, то тогда смотрите, как это сделать на Binance. Нажмите «Купить сейчас» и пополняйте. Вот, я вам покажу, как это делается по-другому. Нам нужно с вами в первую очередь зайти в свой спотовый кошелек. Вот он, ваш спотовый кошелек. Открылся. Далее, значит, есть у нас система «Ввод». Нажали «Ввод», и вот перед вами ваш BTC-адрес или же кошелек, который у вас на бирже, который принимает биткоины. Вопрос, где мы будем брать биткоины? Ну, самый простой и надежный способ — это воспользоваться мониторингом обменников Best Change. Вот, и выбрать то направление, которое вы хотите обменять. И посмотреть, кто тут дает лучший курс. Ну и, соответственно, воспользоваться его услугами. Так, что мы берем? Биткоин, вот. А что отдаем? А отдавать мы будем Яндекс.Деньги. Почему Яндекс.Деньги? Да все просто. Открывая почтовый ящик на Яндексе, вы автоматически открываете кошелек. До 15 тысяч можете спокойно туда-сюда гонять деньги. Это без проблем, как говорится. Не надо никаких дополнительных верификаций, аутентификаций и так далее и тому подобное. В дальнейшем захочете что-то более посерьезнее, ну пройдете, если вам это потребуется вообще. Я сторонник того, чтобы как можно меньше оставлять своих личных данных на всяких сервисах, потому что не люблю я этого. Так, ну что ж, выбрали мы Яндекс.Деньги. Кстати, Яндекс.Деньги очень легко пополнить в любом салоне связи связной или же Евросеть. Пополнение беспроцентное. То есть, если вы 5000 засунули на счет, они 5000 и упадут. Тоже неплохая тема, в отличие от других платежных систем, которые так и норовят содрать деньжат. Так, ну что ж, вот мы выбрали Яндекс.Деньги и нужен нам биткоин. Смотрим. 5000 у меня на счету. Так, что мы имеем? От 5000, от 5000, от 6832, от 500 рублей даже можно забросить. И не забываем посмотреть сюда вот на такие вот, как скажем, пояснялочки рядом с каждым сервисом, обменником, который обменивает. Первый данный. Где он тут? Вот он. Данный обменный пункт может задерживать проведение обмена на 2 часа. Это раз. Дальше, значит, данный следующий, это флеш-обмен. Данный обменный пункт не фиксирует курс обмена на момент. Видите, тут прям в прямом эфире, как видите, я сейчас записываю, они тут скачут, меняются по позициям. Кто-то выше, кто-то ниже. Так, ну что, давайте вот этот, что первый стоит на первой позиции, только положительные, смотрите, у него отзывы. Значит, проверяйте, кстати, меньше меня слушайте, проверяйте каждый раз, куда что хотите делать. Я воспользуюсь вот этим обменником WWPay. Нажимаем. Так. Так, а вот это уже нежданчик. Дорогие пользователи, проводится обновление системы. Час направление временно недоступно. В ближайшее время работы обменника восстановится. Ладно, посмотрим, проверим, доступно, недоступно. Так, значит, отдаем мы Яндекс.Денег 5000. 5000. Отдаете с комиссией 25 рублей. Это непосредственно Яндекса комиссия. Вот, Яндекс.Деньги кошелек. Ну что ж, вводим Яндекс.Деньги, кошелек свой. Так, берем номер вот здесь. Вот он. Копировать. А сюда его, соответственно, вставить.
вставили. Так, биткоин-адрес. Биткоин-адрес мы с вами получаем здесь, как я вам говорил, вот ввели мы. С вами нажали кнопку «Вот». Вот-то наш биткоин-кошелек, биткоин-адрес. Вводим его сюда. Ввели. Так, ваш email. Вводим наш email. Так, вот он введен сюда. Так, отмечаем галочкой и жмем кнопку «Обменять». Ну, здесь, как бы, еще разочек перепроверьте сами себя, называется. Такая сумма, со с такого-то счета, получайте на такой-то счет, такую-то сумму-то в биткоинах. Нажали. Оплатить. Так, оплачиваем с кошелька. Дальше. Перевод. Заплатить. Заплатили. Загляните в телефон. Сейчас придет уведомление от Яндекс.Денег. Откройте и подтвердите. Сейчас заглянем. Так, что-то подтверждение я не вижу нифига. Нажмем, кому вот эту кнопочку. Нет, отправьте мне смс, по крайней мере. О, сразу слышите, прилетела смс-очка. Так, и мы ее вводим сюда. Пароль. Ага, вот он. Ввели. И жмем кнопочку «Заплатить». Все, денежки отправлены. Готово, отправили перевод. Вернуться на сайт. Проверяем свой кошелек. Иногда бывает, проходит несколько минут, там 5, 10, 15. Вот как здесь видите, написано, монеты будут зачислены после одного подтверждения сети. Прошло примерно 15 минут, и деньги, как вы видите, уже на балансе. Вот и все. Нет никаких сложностей сразу завести себе биткоины на счет в Binance и торговать. На этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, колокольчик нажимайте, чтобы получать уведомления о новых видео. Ну и для торговли ссылочка под видео. Жмем, переходим по ссылочке, регистрируемся. И дай бог вам удачи. Пока-пока.